Всем привет! И сегодня я вас научу делать вот такие вот чудесные розочки из фоамирана. Для этого вам понадобится фоамиран, ножницы. Если у вас есть фигурные ножницы, то цветочек будет от этого еще лучше выглядеть. Далее вам понадобятся тычинки. Затем клеевой пистолет и паяльник. Я решила, что моя розочка будет оранжевого цвета. Для этого мне нужно вырезать 3 кружочка разного диаметра. Два кружочка из 3 я вырезаю фигурными ножницами. На самом маленьком кружочке мы делаем 4 надреза, чтобы получить 4 лепесточка. А на больших кружочках мы делаем 5 надрезов. Далее нам нужно закруглить лепесточки. Делаем надрез на уголках. Вот так. Теперь нам нужно закруглить лепесточки у нашей розочки. Для этого нам нужно очень аккуратно работать паяльником. У нас получились вот такие вот заготовочки. И сейчас нам нужно соединить лепестки розочки. Для этого нам понадобится клеевой пистолет. У нас получились вот такие заготовки из больших кружочков. А самую маленькую заготовку мы сделаем немножко другим образом. Сейчас покажу, как это примерно должно выглядеть. Вот так. В серединку розочки мы приклеим тычинки. Возьмем клей, немножечко нанесем клея и вот у нас получилась такая серединка с тычинками. Далее мы соединим все части нашей розочки. У нас получилась такая розочка. Я хочу ее приклеить на ободок. Для этого нам нужно взять небольшой кусочек фоамирана, нанести на него клей розочку. Нужно немножко подержать. И ободок готов. Если вам понравился этот видеоурок, пишите нам, и мы вам покажем еще много уроков, в которых мы будем делать еще много-много разных цветов. Удачи в творчестве! Пока-пока!